Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам об еще одной очень крутой развивашке. Это методика воспитания характера детей сказками. Такая методика подходит для детишек от 2 до 7 лет. Любой ребенок открыт для сказки. В сказках нет прямого наставления, и поэтому эффект воспитания такими сказками не сравним ни с чем другим. Воспитание сказками вы можете формировать у ребенка любой характер, какой вы только захотите. Для этого всего-то вам нужно каждый вечер перед сном рассказывать ребенку сказку, где ваш ребенок – это главный герой. В такой сказке главный герой совершает поступки как нельзя лучше. Он помогает людям, защищает слабых. Вы бы знали, как хорошо запоминают дети такие сказки. В дальнейшем ваш малыш захочет сам подражать своему герою уже в реальной жизни. Антон Маниченко создал целую серию таких книжек, где вам только достаточно вписать имя своего ребенка. По бюджету, конечно, это выходит дороговато, поэтому я решила сочинять такие сказки сама. А также я с радостью решила поделиться этими сказками с вами. И если вам понравятся мои сказки, прошу поддержать мой канал подпиской и лайком. Скажите, какие черты характера вы бы хотели воспитать в своих детях? Какую сказку мне в ближайшее время выложить, чтобы вам было интересно, вам и вашим деткам? Любовь, сострадание, воля, целеустремление, настойчивость, лидер, дружелюбие, трудолюбие. Любой характер, который вы бы хотели воспитать в своем ребенке. Пишите мне. Спасибо большое за внимание. Буду рада стараться для вас и делиться с вами своими сказками.